Готовим печеные пирожки. Берем теплое молоко, дрожжи и сахар, хорошо перемешивая. Добавляем соль, одно яйцо, оливковое масло и муку. Готовим тесто. Убираем тесто в теплую комнату на 1 час. Тесто поднялось, раскатываем его. Вырезаем кружочки и приступаем к начинке. Берем картофель, жареный лук, одно яйцо, соль, перец по вкусу. Первая начинка готова. Для второй начинки берем рис, зеленый лук, яйцо, соль, перец, сливочное масло. Последняя начинка. Зеленый лук, яйцо, соль, перец, сливочное масло. Начиняем пирожки. Пирожки с картошкой, с рисом и с яйцом. Выкладываем на пергаментную бумагу. Смазываем желтком и выпекаем 15-20 минут. Пирожки готовы. Всем приятного аппетита. С вами была Дания. Thank you.